Всем привет! Вы на канале Злада ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Это рубрика прогноз на матч от тренера. И сегодня поставим мы на матч Лиги чемпионов. Наконец-то она возвращается. Групповой этап вернулся. На мой взгляд, это самые интересные моменты игр в Лиге чемпионов. Это групповые этапы. И вот стартует уже буквально первый тур. И в первом туре поставим на такой матч как Интер Милан Италия принимает Мадридский реал Испания. Очень интересный, забавный матч будет с двух сторон. Два тренера, которые один в свою очередь вернулся в команду, другой возглавил. Тем не менее, тренера новые в этих командах как у Интера, так и у реала. То, что касается Карла Анчелоти, который вернулся в Реал. Все-таки он уже кухню мадридскую знает и знает ее не понаслышке. И ни один титул завоевал с этой командой. Поэтому здесь ему как-то адаптироваться в этой старой новой команде будет легче. То, что касается Симона Инзаги, то человек для миланской команды это новый. Даже в какой-то степени был соперник. Я напомню, что Симона Инзаги 5 лет возглавлял римский Лацо, а Лацо с Интером как-то не очень. Но тем не менее, Симона и пригласили возглавить Миланский Интер, на минуточку Интер это чемпион действующей Италии. Но правда при руководстве другого тренера Конте, к сожалению, Конте ушел, но ну, взяли на его место Индзаги. Если сравнивать Конта и Инзаги, то, на мой взгляд, все-таки Конта будет посильнее. Просто Инзаги возглавлял мою любимую команду, поэтому я не понаслышке знаю, как он примерно действует со своими подопечными в плане игры, тактики и так далее. Так что по сравнению с Конто все-таки он наступает. Ну и также он наступает другому итальянцу. Два итальянца, кстати, встречаются. Это тренера, да? Карло Анчелоти, Инзаги. И они встречаются между собой. Ну и здесь опыт больше на стороне как раз-таки Анчелоти. Но Интер играет дома, а в Италии разрешили посещать матчи. Поэтому поддержка стопроцентная у Миланцев будет. Но здесь фаворит в этом матче, конечно же, Реал. Я ставлю мой прогноз на то, что Реал в этом матче, по крайней мере, не проиграет. Возможно, хороший даже коэффициент будет на это. Всем удачи!